Губернатор Приморского края посетил тренировку морских пехотинцев и добровольцев отряда «Тигр» перед отправкой в зону специальной военной операции. В перечень видов их подготовки входят стрелковая, инженерная, медицинская и многие другие. Необходимо сразу здесь обкатывать при тех навыках, которые будут в бою. Мы это видели при штурмах населенных пунктов. Чтобы ребята не терялись, необходимо все эти взрывы, имитационные, проводить сразу на месте на полигоне, всем, чтобы было привыкание уже к таким взрывам. Здесь идут и занятия по применению специальной техники, которая разработана и произведена на территории Приморского края. По словам губернатора, вся эта техника уже поставляется в войска, и объемы будут увеличивать. Мы показали ту технику и возможности, которые сегодня изготавливаются на наших предприятиях. Это работа FPV дронов по танку с точным попаданием. Это работа дронов со сбрасывающим устройством. Работа беспилотной авиации, как разведывательной. Это автоматически удаленная стрельба из пулемета, где человек находится 700-800 метров от ведения огня и может управлять огнем прицельно и достаточно хорошо. Поэтому это и непосредственно та передвижная техника, которая позволяет как доставлять боеприпасы, так и возить раненых. В последующем она может использоваться, в общем-то, как передвижная турель. Это те накидки, которые уже сейчас обладают противотеплозионным, скажем, свойством. Их не видно в тепловизор. Это, безусловно, там бронежилеты, обмундирование, которые шьют наши предприятия. Отметим, Олег Кожемяка вместе с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Ильина посмотрели и как живут бойцы, ведь специально для них построены бытовые помещения, казармы и столовая. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.